Всем привет, ребята, с вами я, Nighttime Fotsichkin Game Chelnichkin 64. И сегодня у нас будет, как вы думали, сегодня буду проходить что-то покруче и поинстрашнее и интереснее. Сегодня будет игра про гличный аттракцион. То есть тот самый гличный аттракцион, который нас сюда заведут и так далее. Это мое первое видео. Что ж, давайте играть. Новая игра. Да, новая игра. Выбери сложность. Ну, если ты изменишь паузу, меню while playing. Casual и normal. Тут будет чекпоинты в конце каждой комнаты in the middle of the all levels. All checkpoints will be saved. There will be checkpoints at the end of the end room. In the middle of some levels. All checkpoints at the end of level will be saved. Можешь использовать нормальную или casual сложность. Тогда давайте casual выберем. Casual сложность. Ну что ж, гличный аттракцион, пора с тобой встретиться. X to skip. О, телефон звонит. То есть, да, сегодня будем проходить гличный аттракцион. О, телефон. Чувак. Просто... Я просто покинул этот новый аттракцион Фазбера. Мой друг, возьми всё и приходи здесь. Ты должен увидеть это. Эту локацию я отправлю тебе. Просто отправлю твою локацию сегодня. Год. Это происходит. Я беру этот телефон. Ну что ж, пора встретиться с этой игрой. Да что, here we go. Вот мы и пришли. Фазбер аттракцион. Быстрый тип. Most word tips appear here in Game Over Scenes. Быстрый совет. Ждем, пока игра загрузится. Окей. Ну что ж, посмотрим, чем можно. Оу май, где я? Так, помощника, так. Hello, user. Welcome to the renewed and redesigned Fazbear attraction. Here, you will experience all the creepy stories made by lunatic haters of Fazbear Entertainment since 1987, where the robots come to life, a murderer roams the place, and accidents happen in the back rooms. Do not link to the 2027 accident. If you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, panic, injuries, extreme sweating, epilepsy, fainting, heart attacks, and their variations. Join us right now for a price of only $14.99. Pain will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. Нажми E или левый клик, чтобы кому-то дать. Ой, какая графика, ну-ка. Надо графику починить. О, так лучше. Ладно, бери давай. Thank you. Now, спасибо. Before I open the door for you, please give all your belongings to my mate in the other window. А, в другом окне дать этому роботу, понятно. Excellent. Отлично. The door has been opened. Твоя дверь Thank открыта. You and have Спасибо. A new great experience. И наслаждайся хорошей experience. О, спасибо, роботы, прикольно с вами поговорить. А вот и дверь. Окей, это что у нас? Introduction, тип менеджер. Оу. Так, что так?
Встретиться с лучшим другом, когда ты делаешь приключения. Deep Manager. Играет deep ночью, happy to get through the all rooms of attraction, give you visual tips and hints about the level you're about to play. The introductions will teach you how to use and understand Deep Manager properly. Ага, первый урок. Проверяй все советы до начала левела. Ладно, не буду больше читать это уже. Все, понятно, бла-бла-бла, до свидания. Начинай играть, понятно. Поздравления, ты прошел, все, до свидания. Все, до свидания. Ребята, я пошел по шахте. Дю-па-дю-па-дю. Оу, где я? Такс, занавески. Где же занавески, чтобы держать их закрытыми? Так, золотой костюм. Держи или левый клик. Что костюм держать, понятно. Погодите. Так, что там было последнее? Так, freedom. И freedom, понятно. То есть мы теперь во FNAF 4. Окей, поехали. Так, что у нас есть здесь? Так. Окей. Какие-то задания. Понятно. О, привет. О, здорово. Такс. Да блин, не бесит это уже, такс. О, привет. Это смех. Как снять этот костюм? О, здорово. Такс, окей, посмотрим. Так. Дурацкая графика, как мне тебя починить? Так, он будет приходить через дыру в стене. Если он придет, то ты увидишь его тентакли выходящие. Спрячься от него, пока он не уйдет. Я марионетку, блин, не услышал. А
А ты уже как откуда пришел? Кого? Чего? Так, он будет спать на своем стуле. Когда он начнет просыпаться, сиди на него фонарик. Ничего себе, только начало, они уже нападают. Ух, какие гады. Так, поехали. Нормально. Спать я кому сказал? Так, ты идешь. Так, нормально все. Окей, кошмарик не идет пока что. Сидим нормально. Так, костюм. О, да, кошмарион, привет. Ты посмеялся. Марик. О, закрыть. Быстро костюм. Костюм. Все, сидим. Привет, кошмарион. Снимай костюм. Так. Когда еще рука? Все, руку собрали, ему хорошо так. Закрыть. Где? Где они? Быстро костюм. Приветики. Кошмарион, не найдешь. Так, снимай костюм. Так, тебя нету еще. Костюм быстро. Так, костюм, костюм, костюм. Фух, успел. Так. Привет, кошмарион. Фонарик. Спать. Где вы? Ключ. Так, ключ, ключ. Опять. Костюм. Костюм, костюм, костюм. Ой, я вижу, Фредбер идет. Вот это прикольная графика, конечно. Так, снимаем. Снимаем костюм. Фонарик. Так, вот это вот сюда. Так, сюда. Закрыть. Так, цифры у нас есть. Так, 060.
костюм одевать. О, они все идут. Так, 1.58, так. Нет, тебя нет. Так. 1.58. Так, 1 минута, так. Блин, он ушел. Он меня слопал. Ах ты, Фредберт, он меня слопал. И меня Фредберт слопал. Из-за того, что не успел его прогнать. Вот это, конечно, хорошее начало. Хорошее начало из всех. Ну окей, я понял, что надо делать. Собрать полностью Фредди и ввести правильно код. Сейчас, когда после мозаики, надо код вводить. Код вводить. Если есть, чтобы Лумбо не приходил. Так. О, у меня сохранение. Так. Так, ты там. Так. 1.31. Так. Так, тебя нету. Так, бегу. Закрыть. Спать. Какие там цифры? Так, 1.31. Так, ну-ка подходим. Так, 1.3. 1. Спать, я кому сказал? Спать. Так, 3.22. Так, 3.22. 3.22. О, молоток. Так, молоток, молоток. Срочно костюм. Костюм, костюм, костюм. Потому что кошмарион здесь. Кошмарион здесь. Снимай костюм быстро. Лумбой спит. Нормально. Спать. Последний. Ну-ка, быстрее, быстрее, надо уходить, уходить, уходить. Пока, до свидули. Ачивка разблокирована. Я сбежал из этого уровня. Let's go. Что ж, первый уровень теперь пройден, так что... Дальше идет FNAF 2 у нас. New Freddy Fazbear's Pizza. Окей. Сбежали первый уровень. Шкафчики. Так, из поискачки спрятаться не все могут открыты быть. Музыкальная шкатулка Фредди. Используй крэнк, чтобы заводить Фредди шкатулку. Не перекручивай ее. И свобода. Так, 6 вот это, вот понятно. Так, тут надо код искать. О, нет, бежим, бежим. Так, 2 это вот эта шестеренка, понятно. Так, я должен какие-то цифры искать.
Слышал ползание. Так, а где еще цифры? Один это вот это. Так, два вот это шестерёнка. Это мангал. Четыре это вот это. Где один? Так, где один я видел? Так. Пять это вот это. Нет. Ну-ка, на сюда идет. Так, два это у нас. Так, я, пожалуй, запишу вот это. Нет. Я вижу, я найдет. Так, как мне игру остановить? Так. Так, ну один-то вот это шестеренка. Один это шестеренка, понятно. Так, один. Так, это два. Меня поймали. Так, она будет полз по шахте. Слышишь громкий звук? Это она прыгнула отсюда и смотрит тебя. Be careful, both heads can see you. И она может сдаться. Меня мангал убила. The chica is more forgetful than you think. Той чика. Окей, тут это понял, будет той чика на меня охотиться. Вторая комната будет посложнее. И там то аниматроники меня будут убивать. Но первую комнату я прошел. Так что теперь вторая. Привет, монитор. Это вот эта шестеренка круглая, понятно. Так, 4 это у нас вот эта штука. Так, я мангал слышу. Так, Бера.
я так понял, то у нас это. Первое у нас это вот это. Второе. Четыре это вот это. Спрячусь, там мангал. Я слышу мангал. Палочка. Так, окей, теперь три надо найти. Один. Четыре. Не то. До свидули. Так, надо цифру 3 найти. Так. Прячемся. Я слышал тебя. Четыре кружочек. Дальше пять у нас какая. Я вижу, ты идешь. Так, надо быть тихо. Так, она не должна меня видеть. Так. Так, той чику надо пойти. Сидим тихо. На корточках она не услышит. Я вынюхал.
блин. Да, бра. Там то Чика пришла, и там Мангл потом. Ну, по идее, я открыл все. По идее, я эту уже локацию открыл, так что нечего переживать. Ну ничего, мы уже близок пройти второй уровень, я думаю. Мы подали энергию теперь. И не придется больше эти коды вводить. Так что это радует. Шкаф. Мангал рядом выпрыгнул. Мангл, я ее вижу. Так я заряжу. Так я ухожу, понятно. Туда выбрал, понятно, выбрал. Чика идет мне. На корточке я заберу, пожалуй, вот эти. Hi. Назад. Завести.
одна осталась. А где мне последнюю искать? Мангал выпрыгнула. Хорошо. Mechanical Instinct. Let's go, я теперь прошел. Окей. Я получается прошел FNAF 2 теперь. Так, третий уровень. Fazbear's Fright у нас идет. И тут у нас ночь будет со Спрингтрапом. Окей, мы теперь во FNAF 3. Ну, пожалуй, ребятки, FNAF 3 уже будет уже в следующий раз. Пожалуй, на этом я буду заканчивать и выпуск. Собственно, в следующей серии мы будем уже проходить Fazbear Fright. И там у нас будут аниматроники из третьей части. Так что да, сегодня мы прошли полностью FNAF 4 испытания и испытания с FNAF 2. Так что да, it's time, с вами был я. И можно, в принципе, прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите видеть больше роликов. С вами был я, на этом Foxy Game Channel 64. И всем покедова. И мы прошли. И дальше нас будет встречать сам Спрингтрупыч. И с его фантомами и так далее. Ведь у нас будет дальше Спрингтрупыч, который будет нас пытаться убить во своем здании. Так что да. It's time to take final bow.